Я всех приветствую, друзья, ясороводы, овцеводы, любители. Сегодня у нас 18-е, держи сначала, 18 июня, 24-й год, очередное взвешивание в нашем хозяйстве. Баранчику ровно 3 месяца, баранчик по кличке Длинный, это от моего цыгана. Кто подписчики и зрители канала, я думаю, знают моего цыгана, годовичка, в апреле которому год. Вот в том году я на него ставил 4 матки. Есть 2 ярочки и 2 баранчика от этого, от моего цыгана. Вот этого экземпляра я снимал ровно месяц назад, 18 мая. Он показал у меня рекорд в моем хозяйстве 45500. До этого такого веса не было. Вот сегодня ровно 3 месяца. Сейчас покажу вес. Вот он лежит. Все, лежи. Вот смотрите его вес. 59. Ну, грубо говоря, 59,5. Вот такой экземпляр. Всегда я начинал снимать, показывая 0 на весах. Но когда поймал его, то понял, что вдвоем с женой мы не справимся. То есть сначала положили его, потом уже включил видео. Кто не верит. Сейчас мы его спустим и покажу весы. Вот. Даже, ну, 59. Ну, 59,5, это железно. Вот такой экземпляр. Да, вон нога еще одна болтается. Ну, нога пускай болтается. Вот такой экземпляр. Кто верит, кто не верит, это дело каждого. Кто не верит, пожалуйста, приглашаю к себе в хозяйство. Можете сами лично встать на весы, проверить правильность весов. То есть это дело каждого. Я взвешиваю для себя, взвешиваю для тех людей, кто бронировал ягнят у меня в хозяйстве. Поэтому хочу в первую очередь показать им. Люди будут приезжать ко мне в хозяйство, забирать ягнят. Пожалуйста, все знают собственный вес. Взвесьтесь дома и взвесьтесь у меня на весах, проверите. Взвесим при вас баранчиков. Большинству баранчиков уже исполняется 3 месяца, то есть следующий вес, взвешивать их в 4 месяца, но для видео я, скорее всего, делать не буду, то есть буду взвешивать тех ягнят, за которыми будут приезжать люди, кто бронировал. Если человек, кто бронировал, посчитает нужным снять видео, самому как бы показаться на видео, снять видео того баранчика или там ярочек, которых он будет забирать, пожалуйста, тогда мы снимем, покажу у себя на канале. Но при условии, если хозяин, то есть этого захочет, то без проблем все это сделаю. Еще хотелось бы сказать, ребят, я любитель, скажем так, овцевод-любитель, занимаюсь гисарами, держу хозяйство так, как считаю нужным. Никогда я у себя на канале я не говорил, умный я там или сверхумный, или сверхдурачок. Это пусть считает каждый, как хочет. Так вот, как вести хозяйство? Сейчас давай аккуратно. Подожди. И держи его за шею, все. Сейчас. Вот, пожалуйста, таз на весах. Вот, весы ноль. Так вот, пожалуйста, не надо мне подсказывать, как мне вести хозяйство. То есть по поводу кормлению, там, лечению овец, содержанию, я прислушаюсь к каждому мнению. Что-то знаю сам, консультируюсь у людей, у кого большой стаж в овцеводстве, в ясороводстве, там, просто в животноводстве, то есть беру себе что-то на заметку. Но указывать мне, как взвешивать, или что там, кто должен взвешивать, я там или супруга,
То есть это мы как-нибудь в своей семье сами решим. Мы 20 лет с лишним живем с ней, как говорится, душу в душу. И дай бог еще 100 лет проживем. Так что мы сами решим, кому взвешивать, кому держать. Вот такой экземпляр в моем хозяйстве. Вот такой красавец. Красавец, красавец. Сейчас, если получится, маму его показать. Вот такой красавец. Возрастом 3 месяца. Курдюк копия папа у него. Ухо, экстерьер, все копия папа. Ну, сейчас маму постараюсь снять. Тьф. Мама черная. Сейчас. Сейчас мы ее... Вот, пошла вон за рыжей. Черная-черная. Все коричневые, она вот черная. Вот это его мать. У нее тоже зеркальный курдюк. Тоже очень экстерьерная. Вот такая у нее мать. Тоже кто-то на видео меня просил показать матку этого барана. Всем добра, всем мира, любви, счастья, порядка в хозяйстве, чтобы ваше хозяйство процветало и ваши питомцы всегда вас радовали.